За 3 месяца плодотворной работы они создали градостроительный совет, наметили цели и поставили задачи. Речь идет о молодежном министерстве строительства и архитектуры, которое объединяет студентов и выпускников-архитекторов. Накануне в честь профессионального праздника молодые и амбициозные презентовали губернатору Сергею Морозову, а также действующим чиновникам 5 своих проектов. Первый наиболее масштабный архитектурный воркшоп «Два моста», цель которого – благоустройство Волжской береговой линии от Императорского до Президентского моста. Мы поставили себе такую задачу, чтобы сформировать свое видение, то есть какими локальными методами можно решить некоторые проблемы, которые там существуют. То есть если взять одну из проблем – отсутствие точки притяжения. Так молодежь разделила набережную на локальные зоны, в каждой из которых должна располагаться та самая точка притяжения, то есть арт-объект. С помощью макетов и презентаций ребята продемонстрировали несколько из них. Маяк в низине. Маяк в самом низине. Задавался очень интересный вопрос, зачем он там вообще нужен. По сути, это очень странный момент, но идея состояла в том, что был запрос на обзорную точку именно движения до кольцевой дороги «Восьмерка». С помощью понтонов ребята предлагают расширить набережную, соорудить театральную сцену на воде, которая будет играть со светом. В инициативах молодежи также создать еще один пляж, но уже рядом с Президентским мостом. Это будет насыпное сооружение с причалами и спуском к воде. Намерены молодые архитекторы взяться и за кинотеатр художественный. В частности, сделать ремонт внутри здания, а 2 внутренних двора преобразовать под пространство для творчества. Внутренние дворы, смотрите, там очень много захламленности тоже, там стоят просто ненужные контейнеры, там просто разбросан мусор, какие-то новоделы тоже неинтересные. Помимо этого, проявление уличного искусства. Что мы предлагаем? Мы предлагаем открыть данное пространство для проведения общественных мероприятий. Идеи молодежного министерства строительства и архитектуры также касаются продвижения стартапов начинающих архитекторов, создания собственного форума в регионе наподобие Тавриды, организации на центральных улицах города велодорожек и велостанций. Готовы ребята и привести к единому стилю входные группы и павильоны магазинов на первом этаже жилых домов. Темы, которые сегодня мы услышали, они очень актуальны и они нам нужны. В первую очередь хочу, чтобы вот не было иллюзий, чтобы мы поговорили. Действительно интересные работы, которые вы представили, и они ушли в корзину. Нет. Нам очень важны ваши идеи, ваши яркие проекты. Поддержал молодежь и губернатор Сергей Морозов. Глава региона признался, что изначально шел на встречу с определенным скепсисом. Спасибо, что разочаровали меня в этом, а наоборот заставили с огромным интересом послушать все, о чем мы только что сейчас здесь устроили дискуссии, даже вот эти хорошие наработки, которые находятся за моей спиной. Я думаю, что мы сумеем с вами еще, пообщавшись, многие из них реализовать. Глава региона добавил, будущее за молодежью, и напомнил, что даже в 70-х годах много в регионе уже строилось руками молодых. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправды ТВ.